Colorful. While Colorful is only playing really like DH Boromir, it's going to be DH Keeper, we know, in advance, likely, unless really he prepared something. And let's see, well, let's see how successful Elegant would be with his aggressive playstyle. Yeah, Elegant, we don't see him too much in the one-on-one tours. He was around like 2013-ish, and then disappeared for a while, and now he's back, and damn, he's a grinder. Lots of games recently, but now up against one of the strongest Night Elf Mirror player in the world, and I'm very, very glad to see you guys breaking this matchup down for us. Best of 5, round of 16, Colorful versus Elegant, and your casters are Kevin and Resimoon. So, alright, so the map is twisted. Lots of things could be played here. We could see an expansion, we could see DH Keeper Dryad play. Так, друзья, здрасте. Успел прям почти к самому началу. Всем добрый день. У нас сегодня много Варкрафта хорошего. Будет Мун в следующем матче играть. И напоминаю, что после трех соло-серий будет еще финал по ФФА. Там 4 игрока вышли в финальную часть. Нейтрон, Ареникус и еще парочка или Лами зарубежный, или, кажется, еще какой-то зарубежный товарищ. Вот. And given the starting positions, both spawned next to the Murkamp, so that's really good for someone who wants to go talent. То есть у нас получается эльф на эльф, потом снова эльф на эльф, а потом снова эльф на эльф. Ну давай, держитесь. А, нет, подождите, Леон Хуманом играет. Ну, он проиграет Муну с высокой вероятностью. Смотрим. Так, все нормально же, да? Джой нас вот сюда вот я себя поставлю. Оп, и чатик с мини-мапой уберу. Для тех, кто записи смотрит, здрасте. У нас финал 15-го сезона Warcraft Champions. Сегодня парочка четвертьфинальных матчей и... Четвертьфинальных. Ой, добил, кстати, удар дерева, кажется, сделала. Блин, похоронили, конечно, молочницу. Но я прогулялся. Уже почти переключился. Будут ли еще торики по ФФА, будешь ли принимать участие в них? Для того, чтобы в них принимать участие, нужно периодически катать в ладере ФФАшным на Warcraft Champions. И я этого не делаю совсем. Поэтому нет, я думаю, что турниры, во-первых, будут, а я принимать участие в них не буду. Он оберном добьет. And it might be as good as the even though the priest died, it might be still good. Так, Мордору я хотел бы еще финальный вопрос задать. Снова уточнить по поводу Lethal Arrows и боковых стрел. Точно там будет 40, 50, 60 и до 100% боковые стрелы, если прокачать боковые. Просто я хочу попробовать через стрейф сыграть, потому что там x3 урона от базового, может быть, с мультишотом. Если да, то... Может быть, будет у нас еще одна попытка за другой подкласс. Как-нибудь потом. Пока Мордор просто создатель мода в чатике. To be fair, a few days ago we actually played on ladder and he did this very move against me. He literally came with like 100 HP Demon Hunter to my base and died from mana burn there, so it was very fun, I guess. Стратегии абсолютно одинаковые, как вы видите. Димки крипятся, выбивают артефакты, выходят в Т2, строят Counter-Scroll, собственно, будут играть через медведей. Темский поддержал ваш канал на 100 рублей, на 100 рублей. Дублирование. Чумандер. Опять у тебя на Ютубе Диабло. Вместо да. ВК-3. Да, да. Хорошего стрима и настроения. А, стрейф ты у скаута, а у нее нет таких перков, а, ясно. Но все равно, 40-50, от 40 до 100%, да, боковые Lateral Arrows? А так жалко, конечно, что стрейфа нет. Просто на Таиме есть мастерская рядышком, карта большая для разводов. На битрай с униками для расслабона. Да надо увеличивать количество уникальных предметов, опять дроп. На самом деле, на мой взгляд, потому что вот мне за 3 сложности ни одного уникального лука не выпало.
Учитывая, что рарки не очень. Now Elegant is level 3, so the goal is if somebody is going to be taking Naga, the real choice in between Naga and Keeper here is Naga is a tempo hero. Да, flat percent allows идет. You to Спасибо. Get like the center control, maybe to get another camp. And Keeper is rather the hero that is good for the late game. And also there is a difference if you are planning to... И два козла. Ну это тоже вполне нормальная тема. Козлы с аурой на шипы, они с медведями, медведи хорошо именно в макро. В сравнении с Нагой, помогает. The shop on the Elegant's base seemed to hold, while on the Colorful's base Elegant is actually drawing all. Хорошая застройка и у того, причем и у другого. Видите, магазинчик в застройке стоит. It rained so much moon juice because the berserk is outside of the base, so that's really good for Colorful now. Не, контрик, как раз будет не 64, а 100%. В этом и смысл. Прикопочка. Дима под персоналкой убегает. Я вот не знаю, насколько элегант хорошо. Я думаю, что фаворитом в этой игре является Colorful, но вот так сейчас посмотреть на расклад по там лимиту, по ресурсам, по застройке, не сказать, что у элеганта как-то похуже все. Слишком зеркально играют. Темский, здравствуй. Это грязь вообще. Я же тебе об этом и говорил, когда вопрос задавал по боковым. Вчера или позавчера. If you just get him, so basically if your bears have Empiric Hour and your opponents have... Кекс говорит, добрый вечер, Марти Хандред планирует лан в Москве, в курсе, не собираешься посетить? Не знаю, может быть. Еще много времени до этого, посмотрим, что будет. Минус тролль. Став хороший. Здесь Colorful выигрывает противостояние, заставляет сделать большой инвул. White Night Elf, regular like staff of preservation, and. И что там козел добежит, не добежит? Ай, не добежал. А, ну там был тролль, все равно он бы сделал аболиш, маны у него впритык, но вроде как хватает. 200 маны же там, да, аболиш по 75 и да, там больше, чем треть маны. I think it's kind of curious, especially when you go keeper, and you will most likely have a late game here. Ну так, Бакар раз... Ничего вообще необычного в этой игре нет. Зеркалка, периодически я даже путаю просто игроков, потому что надо желтый элегант, синий colorful. Привет, Никс. Выходит медведь, реджувчик, козел прикопать его не может. А мог, да, мог купить манапот и сделать прикопку, и тогда развести на телепорт. Это можно было сделать, да. Софта 3 доделывается. Медведи строятся, грейды делаются, все четко. Предметов, кстати, тоже определяющих, каких-то критичных, пока не было выбито, потому что на магазине выпал один предмет, что там, плюс 6 силы, неважно. Сейчас посмотрим, что из этого магаза выпадет. Мастерские еще не креплены совсем. Опа, опасный момент, моноберн, затравля будет биться, телепорты... Ах, добивает крипа. Ну, там тоже плюс 6 силы. Неплохо ворвался Colorful. Сейчас у него уже есть легкое преимущество. Goblin Labs. It's so easy to get a Zeppelin later on, so not having the TP anymore can be really, really tricky. Странно, что козел против Зимки, а не Нага с ледяной стрелой. Да нет, на больших картах через ауру, видишь, у козла аура шипов. If we compare those to Demon Hunter, Colorful's Demon Hunter seems to be on steroids this game. And he doesn't even have the orb yet. I love the Staff of Teleportation. It's such a sick synergy, especially on such a big map. Just stuff the Demon Hunter back. Барак подходит красный. Хочет ее Colorful забрать. So that's... Но об этом бараке знает Элегант, и кажется, сейчас будет крипджекет сзади.
Не, идет на основную базу, перехватывает какого-то юнита по дороге, кажется, не следит за мини-картой. Colorful. Там то ли медведь, там медведя, скорее всего, перехватили. А, это мог быть висп. Надеюсь, что это был висп. Приходит просто на базу. Пайпа, аура архмага. Но здесь минус медведь. 49 на 42. Как-то надо отбиваться на своей базе, телепортироваться сюда. Пошел телепорт, но минус Мунвелл уже. Три медведя, это четыре медведя, нормально. 4 на 4. Ару Архмага имба для козла или понерфили? Да не для козла, для медведя здесь. Ару тут работает, и у тебя больше реджувов, рыков и прочего. То есть она же работает на всех. От козла много не нужно. То есть он... ему мана-то не нужна, по сути, на этой стадии. Потому что есть всегда 1-2-3 дриады, которые Entangle диспелят. Аура работает без маны, и... то есть какой смысл? Даже Демон Хантеру полезнее регенерацию маны, чем козлу в такой ситуации. Ну, Элегант на вторую красную точку выходит, крипит ее, начиная причем сразу с тролля, чтобы на всякий случай, если к нему сзади подойдут, он успел... Ой, козла сильно подставил. Вот на третьем он козлу ауру возьмет вторую. Уже взял, кстати. И большой амулет маны, так себешный, выпадает. Подходит сзади Colorful. Крипинг еще не закончен, плюс дриада подставилась, медведь подставился. Приходится стаффать, прикапывать. Медведь тут не в форме. Моноберный странный на 12, это Colorful, он теряет... Не, не потерял медведя. Но там плюс одна аура. Но, да, Элегант решает ливнуть, спасает медведя своего. В результате просто телепорт, тот, который у него был сохранен благодаря атаке предыдущей, он его разменял также на красную точку. То есть вообще они абсолютно зеркально играют. И по стратегиям, и по героям, и даже по маршрутам крипинга очень похоже. Because then you kind of prevent your opponent from healing and flipping your bears. Да, доходит, да. Интересно, кто комментирует, там, видимо, какой-то игрок за эльфов рассказывает про этих, про парочку фериков, которые надо добавлять в этой стадии к армии для того, чтобы сложнее было. Ну, он урону просто на два лимита наносит больше, чем медведь. Если там периодически кастует Дима, и кастует козел, там медведи захотят рыкнуть или сделать реджув, или форму уйти. Почему арба у Димы? А там будет и там арба. Не купил еще Леган вторую арбу. У Colorful, смотри, и у Кипера арба есть, и у Димки есть арба. Они просто сидят в лимите 50, и им сейчас выгодно делать грейды, закупать там вторую арбу. То есть это великолепная инвестиция. То есть арба — это... Всегда стоит того. Если игра идет долго, то там урона, вагон от арбы. Так, по артефактам. Там Димка затаренный хорошо. Там с арбой, с медалькой на 250. О, подрывник. Сюда можно забежать, прям взорвать два Мунвелла. А то и три. Смотрите. Что это такое? Хотя бы Мунвелл надо добить. Угу. Пошел телепорт. Рядом с деревом сражаться не стоит. Не хочет сражаться Colorful. Стенка на стенку, медведи на медведи. Что по грейдам? 1-2, 1-1 у Colorful хуже. Ситуация по грейдам. Но у него плюс арба, кстати. Но здесь база еще рядом, Мунвелла рядом. Быстрее медведи возвращаются. О, уже одного медведя подрезал. Yeah.
Хороший размен по The Colorful, прекрасно. О, красиво, сейчас расконтроливает. Козел делает телепорт. А почему Диму не добить? Диму мог убить! Он мог убить Диму, но он не знал, что там став на КД был. Там 2-3 секунды было, да. Можно было Элеганту отрезать Демон Хантера. Ну и все, преимущество дикое. Здесь размен был в плюс. Colorful, посмотрите на деньги. Он сидел все это время в лимите 50. У него на руках 1300 золота, и сейчас ему точно не нужно... Хотя нет, он может сейчас выйти из лимита, если захочет, чтобы провернуть еще одну атаку. Да, Элегант не покупает почему-то вторую арбу, я не знаю. Деньги есть. Вот Second Orb, как раз говорят, товарищ. Ну и крипинг идет лучше, потому что у него под боком еще две желтые точки. Что выпало там? Что выпало? А, мантия плюс 6. Do you think, because it's the best map of all time, do you think we would see Zeppelin to the island yet this game? It would be a shame if we don't, but I'm afraid we will not. Because these guys, I think they already have a hard time going anywhere besides the diagonal on this map. They just go straight to the opponent, basically, and... Козла бы выкачать до пятого, получить третью ауру. Я не знаю, что мешает Colorful выйти из лимита. Он сейчас вот выходит и планирует провести атаку. Козлик 4-8, там 4-5, два свитка лечения не купили. Свитки все равно даже на медведе в таких лимитах они целесообразны, потому что лечатся там и Демон Хантеры, и большое количество юнитов. И урон, когда медведи стенка на стенку, очень часто распределяется равномерно. То есть свитки восполняют, ну, эффективно работают. Они восполняют, так фейрик делается. Кто помнит, аура козла решает на третьем уровне? Она растет также 10-20-30. Считай просто дополнительный грейд на атаку слэш защиту. Элеганта. Слушай, стрим говорит комментатор, что построил Феррика Элегант. Его просто будет там на 10 лимита меньше. Плюс, как вы видите, с точки зрения денег, у Colorful ситуация лучше. Он может купить дополнительно свитки, но не сделал это в магазине слева. Сейчас зайдет в этот, может быть, магазин, там пусто. So supply might be even, but gold-wise, Colorful has a tremendous advantage. Первым придет на базу вражескую Colorful. Возможно, это будет бейстрейд вообще какой-то. Да, и вот это задел под бейстрейд вообще-то. Телепортируется, не хочет отдавать. Прям на голову, да, на голову. О, и кипер подставляется тут же моноберн, и виспы рядышком, можно задиспелить рык. Диспелит риджу, протекшн, но там скролов нет реально. Но тут просто лимита больше. А нет, какой она больше, одинаковый лимит. Ой, превратились медведи, мисклик. И тут Colorful может разложиться, развалиться. Леса у него нет. Да ладно, как на халяву здесь все-таки отдался Colorful? Но он морфнул всех медведей, побегал ими без формы. У него на руках миллион леса. 30 лимита на 60, это ГГ. Элегант. Как же нелепо. Комментаторы в шоке. Привет, Хан Соло. Абсолютно непредсказуемая тема. То есть у него был кипер лучше, у него было больше лимита.
это Razer Moon. Наш пацан. Ну, он в Америке живет там с каких-то там молодых лет, но это юзер Good Game, кстати, Razer Moon справа. Можно даже посмотреть, он там шалил в свое время по этим, по предупреждению, бан у него сейчас, подожди, Razer Moon. Через точку, да? Да, вижу. Razer Moon. Айдишник 7500. 29 лет. Да. Вот, у него даже комната на ГГ есть, видите, с ачивками, с этими, с кубками старенькими. Хорош. Прикольно. The scrolls, because Elegant had two scrolls, had the protection that gives you plus one armor. Он был очень молод, когда на Good Game зарегился. While colorful TP'd and he was very empty on his items, though he had like tremendous amount of gold to buy even the parry ups if he wanted to. To make the Demon Hunter 2000. Пол жизни на ГГ. А, у Рокозла 10-20-30, если верить Википедии. А, там еще и сделали... Серьезно? Точно, ее же баффали. 15-30-45, серьезно? Alright, next game is up. And it's gonna be on Hammerfall, one of the latest additions to the map pool in one-on-one. We да? see quite some playtime in the weeklies. Да, ее баффали в январе этого года, в 35-м патче, с 0.1.2.3 до 15.30.45. Точно-точно, я еще возмущался, я же говорил, что одни козлы будут в Мироре тогда. Mercenary camps, because I played this map before it was introduced to the letter. It was an ATR, all the random mode map, and then it got changed. And there used to be like mercenary camps. And once I firstly saw it, I was like, oh yes, I'll be pushing with like those double trolls. It's gonna be so much fun. And then boom, goblin slap. And Фуфа сегодня будет. Сегодня будет финал Фуфа Warcraft 3 Champions, и мы его обязательно посмотрим после вот этих вот трех серий. Но играть не факт, посмотрим. Посмотрим. А сколько книжка с мобов дает статов? Почему шмотку 6 подбирает, книжку игнорят? Ну, как правило, книжка дает единичку стата или 50 хитов. А игнорит часто, потому что она выпадает там из какого-то крайнего моба, и ты часто оставляешь, ну, там, через shift отправляешь, крипится. Плюс книжка иногда сливается с местностью. То есть она гораздо менее ценная, чем артефакт. Но, ну и есть еще такое искажение, что мы, когда смотрим игру и смотрим на эту книжку, там, не знаю, 2-3 секунды больше, это не отражает того, что происходит на экране у человека. Он может делать разведку, он может строиться на базе. Как правило, экран у человека, который играет, дольше, чем, ну, если это не сражение, дольше, чем там на секунду, на две, не останавливается в одном месте. Ну, или это не старт игры. То есть ты постоянно переключаешься по разным частям карты. Смотришь на противника, делаешь разведку, возвращаешься на свою базу, крипишься параллельно. Иногда во время крипинга параллельного идет харас. Вот, а когда ты смотришь игру, там чувак кликает, ты думаешь, блин, книжка, вот же она лежит. И что он ее не собирает? Он что, нубас, что ли? Вот, и потом приходишь в чатик такой, как так? Книжка это, да, книжка часто оставляется, к сожалению, даже профессиональными игроками, по вышеназванным причинам. Здесь тоже начало, Demon Hunter, Demon Hunter. Серьезное преимущество было у Colorful, но мисклик, во-первых, во-вторых, проблемы с лесом и невозможность сделать дозаказ, если бы он там штамповал во время сражений по паре медведей, которые выходили, это было бы гораздо круче. Но он мог бы отбиться там. Он взял книжку. Вчера прохлады не было с Соколом? Была, но было очень мало времени. Я пошел там доигрывать в Диабло, и прохлада в результате закончилась колоссальным, то есть серией. Я сгорел просто с Сокола вчера вечером. Oh my god, the items for Elegant.
Claws and slippers against what's it, hood and ring. Big advantage. Yeah, that's super huge. Makes such a big difference because like so much about Ладно, расскажу. Сначала он кинул шипы не на мост, а куда-то на дорогу. Потом к нам приехали чуваки, они, им нужно бежать через дорогу в открытку. Сокол зачем-то начал с ними пикаться и нокнулся. Его убили, соответственно. Я разбираюсь с этими товарищами, Сокол говорит, бери чип и езжай на край карты меня воскрешать. А я нахожусь на заправке в самом центре там, 4-5 круга, то есть идеальная позиция. Я думаю, ну хрен с тобой, сажусь в вазик, еду, натыкаюсь на шипы Сокола, который он забыл уже куда поставил и не сказал, что туда не надо ехать. То есть там такая руина была. Приезжаю на место, где воскрешать товарищей. Там люди. Начинаю сражаться. Он дает левые советы. Типа, что тебе нужно бежать в эту сторону. Я его опять, блин, слушаю на свою беду. Ловлю зажим, хотя противнику тоже надо было в открытку бежать. Я бы там справился с ним. И, ну... И это было на протяжении одной минуты. То есть вот это последовательность действия. Безрассудство. От и до. Да, Элегант будет пушить. Хороший магазин на территории врага. Там еще два виспа идет. Большое количество арчей. То есть будет как раз куплена нага. Хорошие предметы и будет пуш. Типа через магаз, две бутылки лечения он берет, ну по старинке, в общем. Sometimes, like when with a Potom Archer push, you bring a lot of wisps to detonate or to drain the mana of the Demon Hunter, so that the moon juice is not as efficient. Нага пошла. Because you don't need them anymore after the all-in. And here. It might be against the keeper, because when you play Nature aggressive, Blessing, это АО он будет строить. Это он строит АО. Ну иначе нет смысла Nature Blessing делать. Right now. So we got the Naga, we got a super strong Demon Hunter with a potion, two potions actually. АО пробивает. А протекторы? Протекторы тоже вариант. AP push. А не, барак, АОФ. Это протектор строит на защите Colorful у себя. Да, Moonwell пустые, арчей меньше. Козла нужно дождаться. Просветки нет. Две бутылки купил, смотрите, как я сказал. Видите, две бутылки справа у героев. Это олдскульный вообще пуш. Энты? Энты — это странно, но пока помогают. Во, на энтов переключаться. Ну, по энтам полный урон заходит просто. Ой, маляция, ману выжиг. Не, красиво, здесь вообще Элегант его наказывает. За отсутствие разведки, за барак далеко. Он не достроил арчей, Colorful, соответственно. Yeah, he's pretty great in holding these pushes. Many tried to cheese him, also with mass hunt all-ins. Надо бутылку передавать Димке. That's gonna be some trouble. Надо Нага сейчас передавать Димке бутылку. Барак. Живой. Точнее, уже готовый. Все, передал бутылку. Моноберн хороший. Еще один АОФ идет сзади. Все это мертвый Colorful. Забейте, тут даже протектор не поможет. Да. Сейчас надо арчей достраивать и бараки делать, все, тут стандартная вещь. Подошел, сажал, окопался. Этих подошел барак. Все, начал бить с руки. Второй барак подходит. Димка вернулся до магазина. Его, кстати, магазин можно перекопать, поближе поставить, чтобы не надо было бегать. Купил себе бутылочку. АО слишком далеко зашел. Да не нужно, не нужно. Просто вот алтарь, мунвеллы. Все вот это вот расстреливать, добро. Класс. Темский поддержал ваш Темский, канал спасибо. На 100 рублей и сообщает. Когда играют два зеркальных эльфа. Ничего не понятно, но очень интересно. Мне кажется, что не нужен, не надо было бараком лезть. Сейчас он первый из трех бараков.
А протектор тоже нельзя было давать, но это совсем уже беда. Все, зажигаются, зажимается Colorful у себя на базе. Я за Элеганта буду болеть, молодец. Он во второй игре после неожиданного... Ой, Кипр с этим, с арбой такой, пиу-пиу. Реджилвчик. Два барака стоят такие, хрен пройдешь. Покусить по виспам, хорошо. Штарчей маловато здесь, нет? Тут самый большой ДПС наносит Кипер. Ставчик. Supply блока у Colorful пока что нет. Еще минус Мануэл. Ну, медведями против арчей сражаться классно, но не тогда, когда им с базы сложно выйти. То есть не тогда, когда у тебя 2-3 барака стоят. Вторая арча отъехала, да это уже третья, он 3 трупа лежит минимум. Все, минус алтарь, минус Мунвейл. Сейчас будет supply блок, как правильно говорит. Все. Что делать? Нага подставляется. Риджувы есть. Свиток лечения. А там третий Дима. А может отобьется? Арба все еще работает. Ой, здесь тоже третий Дима. И три барака такие стоят. И Нага там сзади. Пиу, пиу, пиу. Став хороший был, но не по той арче. Красиво. Еще один Мунвейл подставляется. Следующий делается наверху. 22 на 30. Supply блока нет, ну потому что армии у Colorful нет. И он почему-то не достраивал все это время. У него одна лорница всего лишь. Одна лорница, реально. Поэтому у него так много денег и так мало толку. Надо брать, видимо, вторую арбу было Димкой, но Димка уже на базу не вернется. Телепорт надо, видимо, делать. Бараки на мэйне. Молодец, Элегант. Вот вспомнил, построил магазинчик, подмасил арчей, взял виспов и хорошо подпушил противника. Все правильно, все правильно. Надо проверять такие пуши и возвращать АОФ на базу. И достраивать одну-две арчи. Самое главное, что он был, чтобы он был окопан у тебя на мэйне. АОФ там держится, смотрите, против медведя. Главное не залезать слишком далеко, чтобы не получать урон от дерева главного. Сзади магаз строится второй зачем-то. Мог перекопать первый, напомню, а здесь барак выстраивать. Ну и лорница подставляется. Colorful опять в этой игре умрет богатым. Хотя нет, Нага под хилпот работает. Не, он убежит. У нее телепорт, если что, есть. Он еще не туда телепортировался, он через двойной клик телепортировался, его можно было поймать здесь. Вопрос Нуба, зачем в бой АО вести, они в лимите не считаются? Они не считаются в лимите, они жирные, они регенят хорошо здоровье, если ты ешь елки по 300 здоровья за елку. У них урон неплохой под полтинник, хоть и медленный, и они выступают в роли такого стенки перед твоей армией. АО только здесь умрет один, бах. А, Демон Хантер там умер справа, ну да. Конечно, козла загнали, Colorful пишет ГГ, 2-0 в пользу Элеганта. Я играю до трех побед, но я уже верю в Элеганта, раз он во второй игре решил просто бах и поменять. А, в том магазине нет зелья здоровья, вот это грамотно. Там же 3 зелья здоровья и 2 бутылки маны. Соответственно, он делает новые для того, чтобы новые бутылки там были. Ну, они пополняются, но слишком медленно. Кто это вообще? Элегант — это китайский эльф. Не знаю, насколько он щеглист, насколько он молод. Элегантный, 32 года. And
Elegant just did it. You know, the old school cheese strategy, really good execution there, good AOW positioning, nice AOW interception, and Colorful was not prepared. Colorful, it is 2-0 for Elegant, so Ice is definitely getting cracked today. Definitely. Oh boy, next map is Last Refuge. That could be a different style of playing it, or do you accept more cheese? Kevin? Следующий матч будет, ну, после этой серии Moon против Леона, а потом Moon, скорее всего, против победителя этой пары с новым эльфийским миррором. А после этого будет фуфашный финал. Мне интересно не на самом деле даже ФФА посмотреть, учитывая количество зеркалок здесь. Ну, за Муна поболеем, конечно. Посмотрим, он, наверное, фаворит из этой четверки. Но посмотреть на игру Ареникуса, Нейтрона, почитать чатик в финале фуфашного турнира, это круто. Темски поддержал ваш Темски. Канал на 100 рублей и сообщает. Ой, спасибо тебе большое. Хочется задонатить, ничего не могу с собой поделать. Спасибо большое, Темски, еще раз тебе. А Балдур на стопе пока что? Пока что не совсем на стопе, но мы из-за Иварика, из-за Диаблы ее подоткладываем. Yeah, I think the worst case for us viewers would be a Bear Mirror, but even then, that could just be a double Zeppelin drop and things go crazy. I'm not the biggest fan of Last Refuge anymore because we're seeing it for 13 years now, but in Night of Mirror, it's one of my favorites. To be honest, like Amis, you know, a newer to the scene player, I definitely find this map the most entertaining and exciting probably after the Eternus gun that was gone. Начало пока ничего не предвещает, но начало через Димок может быть и как агрессия, так и талоны, и медведи, и тут вариантов нет. Когда новые трайарчерки? Да, не знаю, не знаю. Я просто не знаю, как избежать этих вот сложностей в лейте за арчу, потому что смолфрейм тебя в любой миньон раз на раз убивает. Это, конечно, расстраивает. У тебя нет нормального крауд-контроля, если только не дропнутся нормальные шмотки. Okay, is that an oversight? Спасибо, элементарист. Но я бы попробовал Сайдероус прокачать подругу. Второй. Она, по крайней мере, может с мультишотом, даже если ничего не выпадет, отбиваться вот в сложной ситуации, в которой мы в прошлый раз оказались. Может, и Шарпа не может ничего сделать. В Соленого никого не танкует. Урон по одной цели. Если миньоны вот так вот пробегают через стенки, то это ГГ. Ну, ты там аркадно телепортируешься, пытаешься найти способ, там по клетке бла-бла-бла, но вариантов нет. Very strange, you know, like Huntress whole Moonwell DH play, and then he was trying to get up to like 2-3 hunts and run into the wisps of the opponent, because like the timing that he was hitting, it was... О, слушайте, там реально Colorful играет в талонов, у нас Huntress Hall нету Colorful совсем. Стоп, два барака это вообще. That's pretty foggy-esque, I'd say. Капец. Ну, Elegant выигрывает 2-0, он может... вытворяет такие стратегии, если зевнет Colorful, он, у него висп очень рядом к этому бараку, но он его вешает, он его должен на эту елку внизу повесить, пока он не видит этот барак, пока не видит. А, еще минус арча на нейтралах. Да, он повесил на елку, он не видел второго барака. Это может быть изи 3-0. Вопрос только, каким образом... О, еще минус арча. А, это нет, это арча элегантовская. И проходной двор на мейне. Вы посмотрите, какой, как здесь можно вырываться. А где третий Мунвелл? У Colorful на руках 400 золота. 400 золота. И нет третьего, четвертого Мунвелла в строительстве. But hunt production is ramping up. The Moonwell is finishing as well. So far, everything looking fine for Elegant. Yeah, I completely agree here. And also, Elegant is doing really good job right now, trying to get a little bit of Moon juice used by Colorful. So it's going to be even harder to defend the push. And Colorful doesn't know. Yeah, he's actually Moon. He's AOW.
Специально Хантреска не бежит, чтобы не палиться. Арчейда, ой, этим виспов не хочет показывать, смотрите. Вот этих вот трех. Это протекторами застраивать будем. Ему сантриварды выпали прекрасные. Может быть, заранее протекторы будет строить, интересно. Да. Не, ну Colorful просто разведки не хватает. Это очень базовая и очень грубая ошибка. Что на второй карте... Да все уже, что сейчас-то скаутить? Все, теперь... Colorful keeps checking. He checks the high ground for an AP, see if there are any on his goblin slab. О, Димка рядышком трется. Все, пора контрес выводить. В идеале, конечно. Все, есть варды, можно на мейне неплохо поохотиться. О, это только третий мунвелл, не четвертый, это третий мунвелл у Colorful. У него 30-30, он даже героя мог бы не... Не, он взял второго героя. Протекторы пошли делаться. Хорошо разбрелся. Застрял, да? Телепорт. Но он тратит много времени. Вражеский протектор отменяется. Ой, тут Димка может по это самое... Коты справа не работают. Алло! Ой, барак помогает очень хорошо. Но Элегант здесь не до контролирует. Арчей маловато, да, но Димки-то нет. Протектор один достроится точно. Тут можно отбиться. Слишком много здесь здоровья он потратил. Надо уже баллисты делать. А, уже делать первый баллист, сори. Подождите, это чья баллиста делается? Это Colorful-овская баллиста делается. Какие там битые коты? Ё-моё, минус один, второй синхронно. Третий слева еще умер. И сейчас баллиста будет выходить. Баллиста выходит. Протекторов больше у Colorful. Не, Colorful здесь должен выигрывать. Скорее всего. Протектор надо чинить. Выкапываться, жрать елку, подходить. Но там два барака. Я имею в виду, что... Да, минус протектор. Это, конечно, грусть. Yep. Shop, he's waiting for it. Магазин достраивается. But yeah, he holds on to this. Два виспа в шахте. Не-не-не, это баг отображения. Там видно, что их пять. Они вокруг шахты, как анимация, находятся. Да, уже было понятно, что здесь не отбиться. Но проблема была в контроле котов. Он их там... Он некоторое время двумя котами просто дерево атаковал. Зачем-то. Диму отдал второго уровня. То есть он сначала ворвался, но получал, потом пожадничал и решил вернуться в сражение, не доконтролил его. Все, и это... А так у него были великолепные стартовые условия. Там подрезанная арча от все третьего, четвертого мунвелла. Из-за этого противник, соответственно, поздно построил там магазин, первый протектор, мунвейлы. То есть он думал, что стандарт играется, и с этим можно не торопиться, потому что все равно течешься, дальше идешь. Вот, но даже с такой ситуацией Элегант не зарашил из двух бараков. Overturn it in the end, but like it rather seemed to be very hard. So I think cheese is a good approach, like playing some, you know, anarchy. Я как относишься к туровкам? Вон Розермун разрисованный весь. Ну пусть, это же его дело, в конце концов. У меня татуировок нет. Kevin and Reza dual cast, though. We'll see. Concealed Hill is the map, and it's still match points for Elegant. Two more. Can Colorful come in clutch with a reverse sweep, or will it be all over? Кевин так смотрит постоянно, прямо в камеру.
И улыбается. Кевин, не надо так. What do you think, Kevin? Is there gonna be any Priestess of the Moon on this map? I would love to see it, and I think it's really strong, but I'm not sure we will. Is Elegant playing Portum at all from time to time? Well, I personally seen him more as a DH player, definitely here, but first of all, like this map, I think this map is slightly better for the Hunt All-In play because there are two fountains and you could actually drain all the moon juice and heal them. If in fact there is any map where Hunts would be most effective, it's gonna be Concealed Heal. А что за донатный скин у Razer Moon? Не знаю. Я не видел, где можно смотреть. Может быть, на Warcraft Champions можно там вот портретики какие-то покупать. Вроде было об этом информация прям вот за мной, за камерой, если убрать. Здесь портретики, видите? You can also purchase an in-game avatar на Мачерина to support the tournament, оказывается. С интеграцией Мачерина с Warcraft Champions, видимо. Talents don't quite work here because there are like no mercenary camps, no priest to dispel the anti-magic shield. It's hard to expand as well. So let's see. The wisp scouting wisps are now going cross map. We do see second moonwall from both of the players, so likely it's going to be somewhat of the standard play. Could be a really passive start of the game. Это про мастеров. There's not much to gain, I guess. The camps are not that risky. Почему нет? Пожалуйста. Когти плюс 4 выпадают, первому Димке это элегант выпадает. Здесь кольцо плюс 4. Ну, все ровненько. Тут пока, опять же, не ясно. Медведи, не медведи. Может быть, какие-то халявные экспанды можно здесь построить. Проверяет сейчас Colorful, где крепится противник. У них одинаковый маршрут тоже, зачистки нейтралов. И синхронно ставится Т2. What's your personal favorite play here, Kevin? I think since the emulation buff, I think the creeping is just better because it's so fast, and additionally you can compensate for some emulation creeping, which means healing is harder with the fountain. So I really like to creep because you can creep the crabs and the murlocs in an instant and go for the shop. Seems like both want to be active on level 2, especially Elegant, the archer's in position already. Но магазин первым Colorful прибегает, покупает себе серклетку. Yeah, he killed a wisp there, but now he needs to go for the shop creep check, and Colorful decides not to creep so far. Problem with those creepings is, может, ботинки там что хочет купить? Guard, да, ботинки берет. And then you get no mana. And if the other Night Elf player stays on you, you are forced into drinking all of your moon juice. And then it might lead to you losing the mid-game fight with Naga. So the moon juice counts both players are playing задвигает. Really well. And I believe they both count the moonwalls here. Наш пацан. Elegant is trying to do anything. But Colorful seems пока что у Colorful размен по здоровью очень правильный. То есть, видите, благодаря арчам заставил вражеского демон-хантера отступать, прописал стандартные моноберны, то есть он сейчас еще и битый, и без маны, ему лечиться сложно, может быть, на фонтане провести время, но то, что трата. Либо возвращаться назад, к мунвеллам выпивать два из них, чтобы хоть как-то восстановиться. В этом турике Хапач не участвовал, Ед не участвовал, проиграл соку. О, а Димка-то тут на телепорте только уходит, все. Вариантов больше никаких нет. Да, все, телепорт. Странный забег, я не понимаю. Но он
Он спокойно убегал оттуда. Видимо, время Странно. Да не, он не должен был забегать. Телепорт стоит дороже, чем вот эти вот выигранные 10 секунд в такой ситуации. Он прокрепить эту точку так или иначе смог бы. Противник не успел бы к голему добежать. Не, Элегант что-то себя немножко перемудрил. Обоим выпадает самые плохие артефакты из голема на продажу. И козлы. Didn't have too many bear mirrors, so one game based on the range of Elegant. Ну, здесь из критичных вещей, которые могут произойти, это кто выбит красную точку, какой артефакт там появится. Ну, а второе, наверное, дропы. Кстати, минус Дима здесь. Если он здесь не выскочит, нельзя! Мистейк это, Мистейкович. I don't know why he was blocked. Да. Но смысл в том, что если вы тратите прикопку, противник использует персоналку и уходит. Если вы его блокируете, и он не может просто выйти, то он не уйдет из персоналки. То есть он делает попытку телепортироваться, у вас не на КД прикопка и все. Короче, там был неправ Colorful. Он фактически отпустил второго-третьего Диму. Остафа есть? Colorful добивает, скорее всего, ну, с большей вероятностью этого главного. Все, он убивает, берет артефакт. Clock of Flames хорош против Димки. Против медведей. Козел горит. Прикапывается еще одна арча. Нет, это очень похоже на 2-2. Колоссальное преимущество. Часто люди пытаются эту красную точку из-за того, что она мега ценная, закрепит даже, ну, будучи позади. Что, в общем-то, и произошло у Элеганта. Он решил рискнуть после... Но не получилось. Yeah, I don't think it has the biggest impact, but then again, the Demon Hunter will be the hero who benefits like by far the most from this item, so I'm not sure if I would like it in other matchups, for example, where you don't have an offensive melee hero a lot of the times. Let's say a human with Riflecaster will always have to sell the item, you know. Да, Colorful впереди, у него лимита больше, у него денег больше, у него опыта больше. Козел второй против первого козла там. Плюс одна арча. Свиток лечения отличный. Еще подрезает вражескую дриаду первым. Штрафует вторую. Чуть-чуть помешали. Ай, ну вот на ровном месте свою дриадку отдал. Как там накрыл? Накрыла убили, но умерли на 24 уровне. От двух пачек пробегающих через стенку людей. К сожалению. До Убера не дошли. Тиран, привет, нормально. Ну, у нас сегодня не такой, типа, интересный... Ну, первая серия на любителя сразу же, потому что, во-первых, это Mirror эльфийский, во-вторых, это не такой... Ну, Colorful молодец, хотя он проигрывает. Он не такой разнообразный, что ли. Элегант попытался... Не безуспешно разнообразить его. Там один разок пропушил хорошо с одного барака, второй раз попытался с двух бараков наказать Colorful снова за халяву. Но в результате все равно тут оба выходят в медведи с одинаковой стратегией. Следующий матч будет интересен, потому что, во-первых, там Мун, и там другой матчап. У Муна сначала противник послабее, это Леон, немецкий хуман. Не знаю вообще, какие шансы у Леона, я бы больше 5% субъективно не дал, но не смотрел вообще их историю матчей, то есть насколько вообще реально Леону выиграть. У Муна есть там всякие соки, фортитюды в качестве постоянных противников, которые находятся гораздо выше, чем Леон по и рейтингу, и по микроконтролю. Короче, там будет 3-0, я думаю, у Муна с Леоном.
Вот, но самая жесть будет завтра, потому что завтра у нас Фогич есть, Сок есть и еще пара людей, которые пройдут... Кстати, вчера интересно, кто прошел сверху. Ну вот один человек попадет сегодня в полуфинал, в нижней части верхней сетки, ну, единственной сетки. А вот кто у нас вчера победил, кто знает, что последний матч я не досматривал. Поэтому не знаю. Ну, сейчас закапывают Элеганта. Это 2-2. Очень похоже на 2-2. Леон на стриме победил недавно Хапача. Да ладно. Много катает последний... Позавчера запаса катнул... Запаса, видимо, Хапача — это автозамена. Шансы у него есть. Но если ты даже на рандоме Хапача убиваешь на каком-то, ну то есть там раз в сколько-то, это все равно мега достижение. А вчера Ках прошел. Ну вот. То есть у нас эльф-эльф, завтра Фоги против Кахи. А здесь тоже может быть эльф-эльф. А, подождите, нет, Сок же в любом случае. То есть три эльфа и Сок. Возвращается со свитком Colorful. У него плюс 9 лимита сейчас. По медведям минус 1 мишка, но там есть еще дрядка. Две арчи добавляют урона. И более здоровые люди, обратите внимание. Все, стенка на стенку. Медведь первый падает, прикапывают Диму. Кипер с арбой, свиток лечения великолепный. Это закапывают Элеганта. Ну все, тут уже 4 медведя, все они красные, а там 5 медведей, и все они зеленые. И немножко иногда оранжевенькие. О, Дима под инвулом врывается и нарезает одного, второго. ГГ, пишет Элегант. Начал хорошо, ему фактически подарил первую игру Colorful на Тэйме. Потом Элегант удивил пушем. Потом в третьей игре удивил не очень хорошим контролем отдачи героя, и Хантресок не доконтроливал. Ну а вот эта игра, четвертая карта, она очень стандартная получилась. Только вопрос к Colorful, чего он там прикопку использовал, хотя Димка не выбегал уже никак с базы. Может быть, это рефлекс. То есть ты так же делаешь очень часто, например, там вызываешь элементалио за архимага перед рядами, делаешь моноберн демонхантером, не проверяя, какое количество маны. Просто делаешь, потому что это действует у тебя десятки тысяч, сотни тысяч раз они уже были сделаны и записаны где-то на подкорке. Game is up. Опять Кевин смотрит. Кевин, хорош. Сейчас попьет и снова будет смотреть. Смотрите. Хорош, Кевин. Не надо. Довольный. Love the variety of co-casters recently. Me too, man. Me too. JJ Xudo, Kabauta, thank you all. Какая история. And now we decide this. Me and Kevin bringing you game 5. That would be quite a disappointment for Elegant, obviously. 3 match points and blowing it all. Unacceptable. Tidehunters. В любом случае, счет не поправили. Сейчас здесь 1-2 на 2-2 поменяют. Our games were close. I feel like we saw that Colorful scouting was not on point. The 2 maps that he lost. And... Зловещая долина Кевина. Меня всегда... Ну, это странная вещь. Если на тебя смотрит человек, улыбается и глаз не сводит, ты... Что? Может, это у нас в России менталитет, что, во-первых, человек улыбающийся, незнакомый, вызывает у тебя вопросы. Во-вторых, тот, кто на тебя прямо смотрит. Сразу начинаю что-то подозревать. Может быть, он наркоман. Может быть, он что-то хочет сказать, но хочет пошутить, потроллить, но сдерживает себя. Масса вопросов. И Кевин, он... Не знаю, может, это у меня бзик какой-то. В следующий раз посмотрите, пожалуйста, на Кевина и попробуйте прислушаться к вашим ощущениям. Мне вот любопытно. Это мое отклонение какое-то?
Или, или наши общие. Я не могу пока объяснить. Смешанные чувства испытываю. С одной стороны, хочется тоже в ответ поулыбаться, с другой стороны, я не вижу причины этого делать. Как-то так. И пытаюсь понять эту причину. Despite what the Twitch says, Twitch chat says. You can never be sure. Yeah, but are you implying that we know what's happening in terms of the result, who will win because of balance issues, or no, because of lack of strategic variety in the matchup? Yeah, sometimes there's lack of variety, like an Orc Mirror, of course, which we never see because they always get eliminated early. По кольцу получили, ребята, слепые. I could cast it with a Demon Hunter's blindfold. Милосердие, говорит, ты вчера нас бросил, пришлось смотреть богомерзкий твич, словно на исходном качестве. О, он у меня лагает, а где нет? Это хорошо. Это очень хорошо. Вот. Вчера очень насыщенный день был, как бы и с Соколом покатали, в Диаблу поиграли, и Warcraft посмотрели. Сегодня варика будет больше, потому что мы посмотрим все три серии, плюс финал по FFA. А финал по FFA это, может быть, там на 3 плюс часа. С увлекательным общением внутри игры. Там же нейтрон будет, он вообще сдерживаться не будет. Юрец безбашенный. Ареникус с удовольствием буду за наших болеть. Россия для грустных. Есть такой лозунг. Особенно осенью где-нибудь. Если у тебя там... круглый год лета, есть анлим еда, то, естественно, ты... Это сказывается на многих вещах, в том числе и на настроении. Зато у нас замечательные... Все сезоны есть, все четыре времени года. Ну, если мы не берем какой-нибудь крайний север или... Или самый юг. Все почти четко просто. По 4 месяца как надо. По 3 месяца, извините. Кто осенью под Шевчука уток не кормил, тот жизни не познал. Да. Он разменял этот барак на большое количество здоровья. То есть он убил Арчу, там заставил противника выпивать бутылки. При этом у него ситуация, смотрите, Демон Хантер какой, у него поздоровее. Неужели Леган застроит во второй раз? Конечно. Но на этот раз барак, видите, есть, он на Арчи подстраивает. Mm-hmm. Отбивается, отбивается. Colorful. Going into double engine of war, of course, this one will probably once again be canceled, but he's buying so much time for himself. And he now invests into the Huntressor, which is not gonna get canceled, but also won't. Виспа не за диспейлом. He goes for more archers, or at least moves the engine. Ага. Магазин делается... Подожди. Это чей магазин? Это фейковый пуш? Это фейковый пуш, получается. Зачем ему Hunter's Hall иначе? Или он хочет запушить с баллистами? Зачем ему Hunter's Hall? Зачем элеганту Hunter's Hall, если он строит магазин и штампует арчей с дальностью? Кто скажет? Ради грейда на атаку? Да, и как раз... Да, Hunter's Hall только протекторы получаются. Но тогда должно быть миллион виспов уже идти. Да, это фейк был, это фейк, забейте, это фейк. Он хочет, чтобы Colorful поддержал ваш канал на 100 рублей спасибо и сообщает. Спасибо за Диабло. Ждем еще. Он хочет заставить противника сделать сейчас парочку протекторов у себя на мейне. То есть это фейковый пуш. Но Colorful не психует. Ой, минус Арча. Да, и пошел Т3. Ну, пораньше Т3. Там можно прикопку брать. Да, взял прикопку. Димку прикапывают.
Super cool. I mean, those are the... Спасибо еще раз, Elementary, за спасибо. Ну, если и буду, я либо с Lateral Arrows арчу вторую сделаю, но не знаю, что там по перкам. А, у нее там синергия интересная, на 50 урона есть с бонусным уроном. Посмотрим, посмотрим, посчитаем. But gets the safety, gets to the shop, doesn't have the resource for a potion at the moment, but damage exchanged, and the dust settles. Both on the way to tier 3, both on the way to bears. Лорницы и выход в медведей. Выравнивается. Ну, когда у тебя счет 2-0, и можно пооркадить, попытаться. Когда уже счет равный, элегант решил, видите, не это самое. Хороший блок от арчи. И там крабик присоединился тоже к блоку. Иллюзии. Немножко испугал иллюзии даже. That you broke upkeep already. Ой, добил еще красиво. Где Бёрн-то, ну? Оп. Прикопочка. Надо отступать. Ну, у козла слишком много маны. Че он не отступает? Это же минус, минус телепорт сейчас. Минус арча. Сейчас вторая прикопка еще будет. Маны там хватает, не хватает? Красный дракон, хватит душнить Диабло, проделать Kingdom Come. Скорее Baldur's Gate нужно пройти третий акт. Новую игру я точно стартовать не буду. Биот поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо, Биот. Спасибо за Warcraft. Ждем еще. Да не жди. Сегодня, сегодня много варика. Сегодня варик до упора просто у нас будет разноплановый. Сейчас эти эльфы разберутся друг с дружкой. Дальше будет повеселее с Муном, потому что... Ну, мне его стиль больше нравится, плюс там не зеркалка будет. А тут орбов вином первым получается. Это очень хороший бафчик по урону. Да, но Димка валит. Этот фейковый подпушен на самом деле принес неплохие результаты. По крайней мере, у него Т3 раньше. И как следствие, арба раньше, медведи пораньше. Все получше. Не помню, спрашивали или нет, играл ли ты в Icewind Dale. Я играл, но не стримил. Я играл, когда в начале 2000-х, короче. Я не помню, когда Icewind Dale вышел, но мне кажется, где-то как раз в районе 2002 года. Я тогда поиграл... Нет, даже, наверное, раньше. 2001-2000. Я тогда три игры друг за дружкой проходил. Baldur's Gate, Turn of Baal и Icewind Dale. Хорошее место для сражения. Арча падает. Кельталасские сапоги. И там арба есть уже у Colorful. Colorful здесь выигрывает в противостоянии. Там барак еще выигрывает огромное количество времени. Опять же, прикопка на медведя. Нет, здесь Colorful. Colorful из 0-2 вырулил, представляете? Из 0-2 вырулил Colorful. Все, минус телепорт. Кто кого крипджекнул? С какого-то города. В Воркута я родился и школу закончил в городе Воркута. Столица мира, 67-я параллель, заполярный круг, северное сияние. Отличный город. Трушот надо продавать. Может, дирижабль сразу бахнем, а? Никто ни разу не купил дирижабль за всю эту серию. Two staffs on Elegant before, and now there's only one staff. I saw staffs as well, for sure. Всевет говорит, то, что сервера находится в Воркуте, я могу поверить. Не, они в Москве находятся. It's past 4 p.m. and we're in Germany. It could be some beers. Предкосыльные есть? Я этого не знаю. Я знаю, что отец приезжал, ну, точнее, бабушка моя приезжала работать. Но я допускаю, что фамилия Мирчук могла там какого-нибудь прадеда привезти в Воркуту не по собственной воле.
Надо у мамы спросить, она заморачивалась. Последние там два года собирала, генеалогическое древо делала, наводила справки. Надо узнать. Потому что Мирчук — это украинская фамилия, и был какой-то известный националист, который литературу делал в свое время. И могли, да, могли сослать. I think Colorful is ahead in every regard. He should be ahead enough to really get the best of this red spot, which could be a... Так, они за этого Мурлока большого пытаются, там зарядный артефакт типа Хил Вардов или Камень Жизни или Циклон. Все хотят этого Мурлока, но он хоть и маленький, но там у него чуть ли не косарь хп. Про F1, да не расстраивайся, все нормально будет. Лучшее, что ты можешь сделать, это смотреть трансляции, подписываться. Чаще, короче, по это самое, заходить самостоятельно. Вот. А то сожалеющий синевик, он меня заставляет глаз левый дергаться. Потому что он, кроме сожаления... Man, what a fall from grace after a 2-0 lead. Elegant is facing elimination. The reverse sweep. Предупреждение к синевикам. Да, естественно, у меня есть предупреждение к синевикам. Синевики сгруппировались, сформировали коалицию. Нам свойственно группироваться. Нет, это вообще не связанные вещи. Совсем не связанная вещь. Волт 3. Это главным образом связано с монополией. Вторая причина — это то, что в данный момент, ну, на протяжении последних 4 лет довольно большое количество средств было, в принципе, в Васт вложено без долгосрочного эффекта. То же самое сейчас с ВК-плеем, то есть там бюджеты в районе 25-30 миллионов в месяц на рекламу. Просто за просмотры платят. Вот. Ну, вы можете зайти на вас, посмотреть, к чему это привело. Но у нас, с другой стороны, с Core аудитория хорошая, а экономически все хорошо, то есть мы без сторонних компаний развиваемся, без вот таких вот донатов. Просто благодаря тому, что у нас вот такая замечательная аудитория. Биот подарил один спин. Спасибо, Биот. Избавил от синевика одного. Colorful почему-то... А, нет, не почему-то. Colorful пушит, но они немножко развернуты друг напротив друга. То есть Colorful синий, он со стороны вражеской базы. С дирижабль... Да я отвлекся на самом деле. Тут... Приходите на МКЛ. 15 числа у нас будет МКЛ. Я расскажу вам про новости за последние 2 месяца. И смогу поотвечать на вопросы, связанные с сайтом, планами на будущее. Тем более у нас там на 3 месяца в... Родмап нарисован, и есть результаты по спринту, и по партнерской программе, и по второму проекту по 2P-шному, который сейчас в фоновом режиме уже на Гудгейме довольно давно работает. Инсайдики расскажу, если вас интересует, по другим стриминговым платформам. Вот, ну, чтобы уровень понимания был чуть побольше. Поэтому трансляция по сайту МКЛ уже анонсирована на 15 число. Кажется, в 8 часов вечера. Под плеером у вас есть анонс, можете посмотреть. Гэгэ. Ну, так себе серия, если честно. Кроме парочки дерзких стратегий от Элеганта, которые в результате, ну, плюс-минус привели в... Ну, там 1-1, короче, эти стратегии. Одна успешная, другая неуспешная. Синяков на гаге притеснили годами, да никто синяков не притеснял, ты чего? Каких репрессий?